В Доме культуры поселка Афипского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры Кубани – служители добра и красоты. Праздник прошел в рамках Года культурного наследия народов России. Со словами поздравления выступила заместитель главы района Марина Наумейко. Дорогие коллеги, разрешите мне по поручению главы муниципального образования Северский район Андрея Владимировича Дорошевского поздравить каждого из вас с профессиональным праздником. От всей души пожелать здоровья, мира, благополучия, безусловно, новых свершений, новых творений. Почетными грамотами Управления культуры Северского района наградили 27 работников учреждений культуры. Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Им вручили яркие весенние цветы. Приятным подарком для всех гостей праздника стала концертная программа муниципального ансамбля «Песни и танца весна» Северского центра национальных культур. Концерт прошел в торжественной обстановке и принес зрителям массу положительных эмоций.